великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический, диаконский, монашеский чин, братья и прихожан святого храма сего, благотворители, благоупросители, жертвователи святого храма сего, труждающихся, поющих во святом храме всем, вас и всех православных христиан. Да поминет Господь Бог во царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков.